Самарском государственном университете путей сообщения отметили десятилетие создания кафедры теологии. Она стала одной из первых в ПФО и сегодня имеет статус межвузовской. На кафедре обучается более 1000 студентов, десятки преподавателей вовлечены в работу. Праздничный молебен с участием митрополита Самарского и Сызранского Сергия прошел в университетском храме, после чего состоялось торжественное заседание, участие в котором приняли ректоры ведущих самарских вузов, священнослужители и представители ОАО «Российские железные дороги». Очень важно, чтобы у руководителей, у руководителей будущего было правильное понимание места религии в обществе. Ну и в конце концов это идеалы, возрождение идеалов русских традиций. Это очень важно. То есть Россия восстанавливается, и мы должны думать о том, каким будет человек, работник дороги и руководитель будущего.